Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас роллинг на аккаунте NEO. Мы на нем уже раньше ролили. 47 тысяч накопленных самоцветов. Находится он в гильдии Омега. Вот так вот. Босс 15.00. Пропуск Бэкик. Атака фортов 12.00. Пока Рома Махота. Вот так вот. Пишите. Кидайте заявочки, вступайте, первое, третье места, гильдия активная. Окей, поехали посмотрим на аккаунт. Аккаунт, ну, это не донатный. Поехали посмотрим, что у нас по героям. Что нам надо? Нужен Анубис, Командор, Ледяха, ППшка, Асура, Махатма, Рогатка. В общем, вот как-то так. В принципе, есть что поролить. Идем еще раз посмотрим. Так, ну с талантами, конечно, тут беда. Пиковка. Ну, для игры, в принципе, вполне приемлемо, я скажу так. Окей, let's go. Надо. Лазуля, малышник. Капитан Дрейк. Блин, смотришь, капитан Дрейк, думаешь, капитан Рогатка сейчас нам выпадет. Студеный. Медузка. Ворожей укрутитель. Ну, блин, падает, конечно. Так, рыцарь. Смерть. Это, конечно, все хорошо, но хотелось бы это поинтереснее. Укротитель. Да чё такое-то, блин? Дайте Анубиса, рыцарь тьмы. Дайте Леда Феникса, Купидон. Ладно, пошли в рейд сбегаем. Да уж, чё-то сегодня половина роллингов. Ну, хотя, в принципе, хорошие роллинги, но... Хотелось бы, конечно, всем Леда Феникса повыбивать. Но, к сожалению... Так, ну ладно, сливаемся полностью, пусть сольют нас. Так, отлично, начинаем ролить. Оп. ПБшка, вот это уже совсем хорошо. ПБшки у него нет. Купидон. Блин, да нужен Анубис нам. Либо Ледяха, Фараон. Просто жесть, ребят. Рину. Ара, кстати, сегодня очень неплохо. Ара падает под эту акцию. Фараон. Да что такое-то, а? Давайте до 10к. Рыцарь. Вот теперь ты мне должен. Ну чё, поздравляю. Блин. Круто, от души. Реально крутой герой, блин. У тебя он есть. Мы сделаем фаст роллинг. Посмотрим уже, что там. Я не буду заморачиваться. Самое главное, что я тебя выбил. То, что ты просил. То, что ты хотел. Первый раз мы там не вытащили. Ну, еще бы Анубиса сюда затащить. Было бы вообще топово. Давай. Леделео, Богрома. И ПБшка еще один. И Дед Мороз. Вот такой вот, ребят, фастрол. Смотрим. 11 слизней. Ну, это все фигня. Это то чувство, когда у тебя есть топовый герой. И тебе просто насрать на вот эти вот все плюшки. Ну, как бы не насрать, но самое основное, что есть вот этот именно герой. Чё, поздравляю тебя. Думаю, не зря. Всё-таки ты настоял, дал аккаунт. Всё, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.